Если помните, в одном из последних выпусков я проводил конкурс. Нужно было найти и предоставить любое издание Низами Генджиеви, которое было издано до 20 -го года 20 -го века, где бы было написано, что он азербайджанский поэт или татарский, неважно. Вот такой был конкурс, причем конкурс был денежный на 100 тысяч рублей плюс календарь вокруг света армянского. У нас есть победитель, победитель из Баку, зовут его Никто, Кимбилир Оглы, как Никакович. Так вот, в принципе, этого и следовало ожидать. И вот, как порядочный человек, Йолдаш Никто как Никакович сердечно согласился, чтобы деньги остались при мне, и на них я мог бы сделать два выпуска, рассказать о Горегине Нжде и другой выпуск о, об, об азербайджанском легионе вермахта, которые зверствовали на Кубани в годы значит, Второй мировой войны, чего я и сделаю обязательно в самых ближайших выпусках. Спасибо господину Никто Как-Никаковичу. Ну, я еще сегодня, значит, конкурс один предоставлю, тоже денежный, но это будет в конце. А пока, прежде чем перейти к сегодняшней теме, я снова хочу, значит, обратиться к зрителям, напомнить, что вышел очередной календарь вокруг света армянского, события «Люди, факты». Ну, уже кто четвертый год покупает, знает, наверное, что это за календарь. Довольно-таки интересный настенный календарь. По нему можно следить, отслеживать всю историю армянской э и армянской общины в том числе. Вот тут по месяцам, на каждый день какие-то интересные события. А потом все это собрать по годам, сделать подшивку и будет вот такая толстенная, отличная энциклопедия или справочник, как угодно. Чтобы его заказать, нужно вот под этим выпуском, вот прямо под этим выпуском есть ссылочка пройтись по, по этой ссылочке полистать до конца, там вверху будет немного об этом календаре, стоимость и так далее, и в самом конце, если листанете вниз, там будет, значит, анкета, заполнить ее и вместе с фото приложенным чеком об оплате отошлете, опять же по ссылочке, по электронному адресу, который там же имеется. Не бойтесь, если будет вам говорить, что, значит, адрес неверный или вы не сможете отправить. На самом деле все я получаю, все нормально. Я не знаю, почему многим из вас пишут, что адрес неверный. Все, все там верно. Если вы живете за пределами России, вы тоже можете заказать, но для вас условия другие. Вам нужно будет написать на электронную почту vadarsobaka@mail.ru. Там тоже имеется этот адрес, и мы с вами обсудим, как заказать этот э, календарь. Ну что ж, а теперь начнем по сегодняшней теме. Вот сегодня я бы хотел обсудить тему, с которой вы, наверняка, сами сталкивались, когда слышите очередной антиармянский бред из Азербайджана, якобы армяне – это выходцы из Индии, дескать, они индийские цыгане. Этот тренд поставлен на поток не так давно официальном Баку, ну а азербайджанские гуманитарии, подобно хорошим, музыкантам, берут тему композиции и импровизируют по-своему. Например, то, что родина армян – город Арамболь в Индии. В древние времена, якобы, они там были цыганами, кушали своих врагов, воровали, в конце концов, индусам это не понравилось, они не выдержали, прогнали этих злостных армян, и они переселились из Индии в Персию, откуда уже Грибоедов переселил их на азербайджанские земли Ирована. Иравана, Хянькянди, Зангизура, ну... Даже тут и перечислять не нужно, понимать, что это бред. Вот вы только представьте, сколько фантазий надо иметь, чтобы такое наговорить. Почему Арамболь? Почему не Бангалор? Не Пуна? Не Пхубанашвар? Ну, тут уж фантазии, видимо, подвели, потому что вряд ли они там слышали об этих самых городах, которые я сейчас перечислил. А с Арамболем проще. Видимо, в Гоа перегрелись на пляжах Арамболя. Арамболь это такой небольшой поселок в штате Гоа. Отдохнул там, вот и пришло первое в голову. К тому же начинается Арамболь на «ара» или на «арам» кому как нравится. Это все равно, если бы э, я сказал, что родина азербайджанцев – шведский город Гетеборг. В ответку на подобную тупость можно сказать, что с цыганами и индийцами у азербайджанцев куда больше общего, э, чем у армян. И цыгане, и предки азербайджанцев вели кочевой образ жизни. Свои переносные жилища азербайджанцы называли алачигами, а цыгане называют «лачге». Отсюда и русская «лачуга», кстати говоря. Современные азербайджанцы сотканы из родственных племен баятов, айрумов, карапапахов, овшаров и прочих. А цыгане сотканы из родственных племен люли, рома, дом, синти, хораханы и так далее. Цыгане любят пеструю одежду и все, что блестит. И азербайджанцы тоже любят яркое и блестящее. Вплоть до золотых зубов, до полного рта. Единственная разница только в том, что цыгане народ древний. Они писали европейские и восточные историографы в 12-13 веках, как, например, в житии святого Георгия Афонского. А вот об азербайджанцах тех веков, если э, кто и писал, то сами азербайджанцы, но только э, в 20 и 21 веках писали. Вот и разница. Так что цыган вам, азербайджанцам, надо уважать. Они старше вас. А к старшим с почтением нужно относиться. Вы любите индийские фильмы, э, наверное, никто не любит. А вы про армян. Говорите об уша. Ну так ладно, я вам напомню о, об азербайджанских цыганах, э, значит, Карачи и Хорахане, которые слились, кстати говоря, с вами. Есть кадры, где солдаты вашей армии танцуют под индийские песни, а ваш певец Кардашев рвет и мечется, чтобы стать болливудской звездой выучил хинди, распространяет записи своих песен на хинди с надеждой на раскрутку там, наверное, в Арамболе. Вон весь ТикТок полон его песнями на хинди. Но тема-то не об этом. Это я так напомнить ким-дир-ким. -ким. К тому же Индия не вмешивалась в Карабахскую войну за армян и признает Азербайджан. Зато Пакистан и вмешивался и не признает Армению. А знаете ли вы, что ваши братья пакистанцы? Это и есть индийцы. До 1947 года не было ни нации такой, ни государства такого. Нынешний Пакистан был частью Индии. И отличие только в религии. Это индийские мусульмане, говорящие на том же хинди, но с образованием страны Пакистан решили выпендриться и язык свой такой же искусственный, как и ваш, азербайджанский, назвали урду. А название это взяли с потолка. Себя они стали называть воинами ислама, а язык армейским. Поэтому и урду, то есть орду. Азербайджанская армия же называет себя орду. Так ведь? Так вот, это самое искусственное государственное образование, хоть и стало э, с помощью Запада ядерной державы, но осталось таким же нищим и грязным. Улицы Пакистана так и кишат мусором. К примеру, город Карачи хоть и имеет... Старинную улицу Арменин Стрит, где армянские купцы средневековья торговали коврами, и было здесь всегда чисто и богато, сегодня в мусоре утопает. Кстати, город Карачи и азербайджанские цыгане Карачи. Может, все же ваши предки пришли из Индии? Ведь, как я говорил, до 1947 года Пакистан был Индией. И тем не менее, как думаете, что еще может сплачивать двух искусственных образований? Пакистан и Азербайджан. Вот Пакистан бы не догадался. А Азербайджан, привыкший к выдумкам историческим, нашел зацепку и врет, что в пакистанских учебниках об этом написано. Знакомьтесь. Гаджи Таги Оглы. Татарский, ныне азербайджанский, миллионер XIX века честно разбогател еще в молодости, продавая товары мануфактурного производства из Тебриза, которые поставлялись в Баку отцом известного мецената армянина Александра Монташева, Иваном Монташевым. Тогда Иван Монташев занимался хлопком и текстилем в Тебризе, и все это поставлялось также в Баку. Затем гаджи Тагизаде успешно внес э, вырученный капитал в нефтяное производство, из-за чего стал самым богатым, а может, и первым татарином-азербайджанцем-миллионером в истории этого народа. пикантности добавляло то, что Таги углы был неграмотным. У него была куча помощников, которые писали под диктовку и читали ему. При этом Таги углы был ревностным мусульманином шиитом. История умалчивает, откуда неграмотный бакинский миллионер узнал об эпидемии чумы в Индии, но распорядился выкупить и отправить в Индию 300 тысяч вакцин против чумы для мусульманского населения, чем и были онные, привитые уже русским врачом Хавкиным. Именно мусульманам Индии. Индуистов и христиан это не касалось. Но парадокс в том, что прививание происходило не там, где ныне расположено государство Пакистан, а там, где была и есть Индия, штат Западная Бенгалия, город Калькутта. Именно в этих местах работал Владимир Хавкин, в Бенгалии. А это, извините меня, 1700 километров от современного Пакистана. Иначе говоря, азербайджанцы этой лирической истории убедили наивных паков в том, что азербайджанец в 19 веке спас пакистанцев. Верха поверили, но в учебниках пакистанских ничего об этом, конечно же, нет. Да и было бы глупо, если бы учебники писали обо всех болезнях своей истории. Вот такая петрушка, понимаете ли? Поэтому, когда в очередной раз будете говорить об армяно-индийских цыганах, вышедших из Индии, подумайте о себе, о ваших связях с этими самыми индийскими цыганами, пакистанцами, кочевниках, своих карачеларах и городе Карачи и многом другом, о чем я вам рассказал. Ну, а то, что... Хавкин э, прививал от чумы именно бенгальцев, которые живут далеко от э, нынешнего Пакистана. Есть куча материалов, даже та же фотография с бенгальцами, которую я вам показал. Ну а пакистанцам скажу, Дхан денег или Ей Багут Шукрия, в Азербайджане ее Вишвас корее Шукрия дусту. И, как я обещал, Значит, снова конкурс. Опять же вам, азербайджанцам. Надеюсь, на этот раз не напишет мне никто как-никакович, а будет нормальное, нормальное письмо с нормальным ответом. Опять же, вот этот календарь и те же 100 тысяч рублей. Ну, те я уже сказал, куда потрачу. Ничего, у меня есть другие. Значит, вопрос такой. Найдите мне... Хоть одно упоминание или хоть один документ, неважно каких веков, независимых источников, академического, конечно, издания, где написано, что армяне это цыгане и что их родина ⁇ Индия. Вас ждет приз. Саламлар.